Yes, yeah. Тебе тоже принести? Так они у нас все одинаковые. Все 6-литровые, все серенькие. Ну, зелененькие. Сбор шишек происходит на постоянных лесосеменных плантациях. С помощью крючка пригибаем веточку, собираем в ведро. Потом эти шишки сушим и получаем семена для себя. Зимой, потому что шишки уже вызрели, они становятся не зеленые, а вот такого коричневого цвета, значит, шишка готова. Она потом лучше раскрывается, и семена зрелые. Здесь побыстрее получается, чем, допустим, девчонки вот на лыжах ездили. Здесь можно побольше набрать, чем лыжницам, так сказать. Если у них пару мешков получается, то здесь можно раз в два больше набрать. После шишкосушилки происходит механическая обработка семян на машине. Вот ко мне поступают вот такие вот крылаточки. Я их должна обескрылить. Это статистика приживаемости. Сколько, условно говоря, одна сосна может... Я пропускаю через все машины, и на выходе у меня получается вот такая вот чистые семечки, которые пойдут на посев. Это семечки, крылышки. В Нижегородской области уже третий год подряд по семенам неурожайный год. Мы в этом году впервые воспользовались резервным фондом семян. Вот здесь нету. Дальше. Ага.